Тучки, там медик будет ждать. А, я смогу выпрыгнуть без ног? Что у тебя в рюкзаке? Можешь выкатишься. Мафия, голова колонн, по правому борту строишь всех относительно хвоста. Остальные за мафией ставим колонн по одному быстро. Совершенно много вопрос, но как ствол поднять? В игре, когда приз закончится, нажмешь просто на выстрел, он поднимется. А, все, понял. Если я жму на клавишу, которая привычная для DayZ, а он меня поднимает. Алик, два раза бегай, блядь. Алик, встал в колонну. Браво, тоже в колонну, браво. От хвоста правый борт. Если смотреть на хвост. Я вижу. Плотнее, плотнее встаем. Латы. А какой азимут лететь будет? Тогда прыгнем сразу, не будем ждать, наверное, да, на эти, на вышки. Два. Противника какой азимут лететь будем? После прыжка нужно держать сейчас какой азимут. Идите азимут. После прыжка азимут 45. А ты хочешь на какую метку пойти? Зеленую. Ну это 30. Сват, а вот азимут 45. Нажимать вперед, чтобы вперед идти. Или не надо. Стрелочки вправо, дворачиваешь до азимута 35, увидишь дыму на земле и по дымам садишься. Ландер, вставайте. 45 или 35. Тебе мой дозор нужен, Зитрик. Мы будут севернее этих самых нефтевышек. Алекс, уйди на левый борт. Потому что ты не понимаешь, что такое правый от хвоста. Ват, а ему 35 или 45? 45 сказал. 45? Я не слышу. Ты дурак, что ли? 45? 45. Какой 3-5? 4. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Он не дает. Чё-то мне страшно, ребята, какой все-таки азимут? 4-5, все, заткнись. 45, все, отлично. Так, мафия, смотри. Мафия, блейбаны. Мафия, блейбаны. Да я полетел. Сейчас напрыгают Блендер и Реник, они подсвечивают зону. Я даю команду, и дальше прыгают все уже по одному, не выбегая, а пешком вышагивая. Надо выбегать, потеряйте ноги. Миказа, ты медик? Нет. Это кто? Кто у нас нет медика. Ну я с собой взял аптечки и это. Шел на. Если не медик, ты мне ноги не вылечишь. Микадзе, плотнее встаем. Сват, а ты можешь попросить кого-нибудь из медиков из соседних складов прислать? Мне ж ноги не полечат. У нас есть, у нас есть медик свой у казака в команде. А, все, понял, окей. Я, блядь, там пристреливаю, нахуй, ближе, спустимся Алекс, всех, ближе. Нажим зажимать, чтобы пешком выйти, да? Алекс, в колонну встал? Да. Куда? Ворат. И все стоят. Давай сюда. Ворат, прием. Вы чё тупите, ворат? Да, заближе встань. Мне ползком там между вами ложит. Правильно. Блядь, да он без ног, блядь, тупите. Крус собирается на голову, что ли, прыгать? Так, блядь? Да. Прай, давай я тебя понесу. Да. Пососу ещё, блядь, как-то блядь. Слушайте, интересно, что будет, если взять чувака на спину и с ним выпрыгнуть? Иди нахуй, хорошо, вот нормально я сказал, да? Давайте его на спину возьму, еще рюкзак. Ой, не рюкзак, а этот, ящик. Что в эксперимент? Кто, блядь, ко мне сейчас подойдет, я если живой спущусь, пристрелю нахуй сразу. Я вот обещаю. А то стою, если что, я не подхожу. Блендер, я не вижу, да, все нормально. Смотри, мафия на исходную, Алекс. А чё я чё-то времени не вижу? 4 минуты. Вижу. Так, подвиньте мафия на исходную, встань. Чтоб пешком идти на shift, видишь, надо зажать, да? Да. Блендер. Чё? Включить типовую музыку совсем. Нет. When the world fails. When the blender fails. Ты знаешь, чем ты кончишь крайний мазор? Но я же улечу с этой музыкой. Потом с этой музыкой. Я улечу. Я же не буду вам мешать. Я просто буду лететь и пропагандировать со всеми. Наслаждаться.
Blender fails. Так, без моей команды никто не прыгает. Забудьте прокричать Джеронима. Надеюсь, шутку про Беркута ты вырежешь, Сот? Нет. Ну ладно. Хватит меня бить, мафия. А, Слад, ты что-то все снимаешь, да? Да. Где? Алекс, ты там не въебывайся, сейчас спустимся, я тебе ноги пострелю. Да-да-да. Ты уже кобальт, да, Алекс, фразу. А где ты? А, это мафия, а ты где? На исход не встань, стой. А где ты, блядь, стоишь? Ты есть, Слад, ты в потолке, что ли? Слепой, что ли? Там стройка хуй стоит. Нажми, подцепка. Я вижу Варарта, вижу Камикадзе, Кобальца. Зачем? Я тебя не вижу, Слад. Встань. Ну, блядь, где ты есть? Вот вижу мафию, он не махает. Вижу Блендера. Вижу Зитриха, Пако, Варарт, Камикадзе, Кобальц, Валарт. Ну я негра вижу какого-то. Прайд. Тебя не вижу. Невидимка. Ну я говорю, Слад, в режиме стелс. Для тебя лично. О боже. Короче, Слад. Слад по центру. Я хочу передать привет толстому первому. Толстому Берку. Ты уже настолько толстый, он уже даже не летает. Просто лениво отсиживается. Спит. Нахер что делать? О, мафия, помой мне шлем. Смотри, мне шлем. А мне шлем подруг. Хе-хе-хе-хе, это стоит оценить. Давай. Еще блендер. Нравилось? Да я и взглянул в свое тело. Так, приготовим зелень. Что, продлевать будем? Да сходно стоим нормально. Алекс, отъебись от ящика и встань в строй, пожалуйста. Мафия, красава. Мой ящик замутить хочешь, да? Слышь, Реник, Реник, низкий старт. Мы с тобой на земле поговорим. Блин, а что будет, если мы, слышишь, короче, пробежать и вот, ну, этим, перепрыгнуть из самолета? Я тоже так ящик попробую. Слад! По-моему, весь наш... Можно я Алексу ногу прострелю, когда приземлимся? Я из пистолета. Целуй меня везде, я балерина, я уже... Хорошо. Алекс, ты либо убегаешь, либо ты ползаешь. Либо убиваешь Прайда первым. Ну, я так говорю. Это будет только один раз. Господи, помилуй. Так, на исходные встали. Как реаниматор, приготовились. Поехали. Так, никто не бежит. Грег, Реник, пошли. Все на шуфте едем, на шуфте. Жду метки. И дымов. Пойд, стой. Я так поближе подполз. Только они примерно падать будут. Бить будем по одному, потому что есть риск того, что сцепитесь в воздухе парашютами. Сколько открывать? 300? Да. 300. А компас по градусу на сколько лететь? 45. 35. Какой так, нахуй 35? 45. 4-5, блядь, и бандиты. 240. Тупые. Прайд, а что ты ползаешь? Мне, блядь, Алекс ноги сломал. В смысле, я не продуваю? Нет, нормально? Нормально все зависит. Ты вообще в другой части салона стоял, ублюдок. Ты, блядь, прыгал через ящик, когда, блядь, не нужно. Я ни разу не нажал прыжок. Молчать. Если ты не наблюдаешь за никами, то это твои проблемы. Кто там прыгал? Окей.
Я сам не знаю, страшно. Опять человек. Сильно дышит, мне страшно. Там, свод. Ждем, может, пора уже, нет? А у них вообще рация будет ловить на 5 километрах? Нет. Давай что-то испрыгнем тоже. Я жду отметки на карте. Слушай, а что будет, если закрыть аппарель сейчас, а свод стоит? Ты будешь вместе с папой бегать всю оставшуюся жизнь. Отдельный саб 7 пока сквад. Бас 7. Я против жесткого обращения с пака, не надо мне тут таких фуфелов. Слад, а можно мне ящик выбросить? Нет, не трогай мышки. О. Да что сейчас был? Это зенитка, прыгай, прыгай. У кого-то поперс бомбанул. Знатно. Да, Бладхёрд, такой Бладхёрд. Приготовились, встали в колонну. Я пошел. Зидрих приготовился. Зидрих пошел. Пока приготовился. Страшно, ёба. Пока пошел. Надеюсь, они парашюты взяли. Приготовился. О, жесть! Рад пошел. Камикадзе приготовился. Камикадзе пошел. Кобальт готовишься. Кобальт пошел. Алекс приготовился. Алекс пошел. Браза готовишься. Браза пошел. Райт, выкатывайся. Не подъебывая. Я замыкаю. Короче, выползаешь нормально самолет. На 45 градусов. Я вижу землю, господи, рисуйся. Господи, да всем похрен. Ни хрена не вижу. Че-то мышка вообще стремно крутить. Разобьется, тот хуй не сос. Нормально. Короче, тут у нас же пожар есть. Чё, на пошли в горы? Подойди. Что мам? Макс. Да, ну, Грег, реаниматор. Осталось Михас. Вон он, бежит за этим, наверное. Вдалеке, видишь, спринтом бежит. На пару километров придется бежать. Сейчас нормальный хамера назовем. Сват, мы на точке. Принял Риник, чем на хамерах. Зеленые твои. Зеленые точки. Эх, Михас, меня слышишь? Ушел. Рик, где моя метка? Вот туда продвигайся ко мне. Левее, смотри. Налево сейчас. Он казак, на 90 градусов налево повернись. Увидел? Я думал вдалеке, сейчас смотри как сделаем. Я на себя метку. Далеко бежать. Самолет падает, осторожно. Ё-моё. А северо-запад метров 250-300. Он технику выбрасывает, нормально, пацаны. О, хаммер! Я бегу к хаммеру. Это не наш. Это первый хаммер. Сейчас заберем. Я слышу чьи-то голоса. Так это наши вызвали или нет? Ты я вызвал. Блять, на северо-восток, если на северо-запад сказал. Бля, еще улетит на хуй. И вызываю второй хаммер. Нифига себе, он пики делает. Откуда звук-то идет, я не пойму.
Тебя слышу уже. Опыт включай. Там домик перед тобой был. Пробегай сюда. Примерно вот два хаммера сейчас приземляются. В их сторону бежать? Да. Два рядом хаммера. Да, к ним подбегают. Метров 500-600. Только не отсвечивай мимо противника. Далеко. Как? Садится? Не знаю, грузимся из водителя. Но он же, по-моему, выбежал из самолета. Поэтому и минус. Ты тут за свой фокус диметров, блядь, счёт. Алло. Народ, варарам сейчас доходит. Ему уже надо на метров 500 бежать. Занимаешь второй хаммер, который падает с неба. Надо мной хаммер приземляется в 200 метрах. К нему или к тем, что рядом? Садись, как у меня есть место. Сейчас будем ждать, пока все погрузится. Бегаю к тому, который в 200 метрах от меня приземлился. Все на месте. Потихоньку за мной. Понятно, это не из наших. Тогда к тем. Хаммер, который поехал, возьми, пожалуйста, правее, меня забери. Куда? Хотя не надо, сейчас я тебя подъеду, я заберу, я к вам подбегу. Команде. Реаниматор убери, короче, с пробела там другую команду, голосы команды ботом. Чтобы я когда-то пробел нажимаешь. Так, не фони. Где кого еще забрать, говорите? Я сейчас бегу на точку. Недалеко лишь. Это 354. Принял, едем на дому. Давайте пилотироваться, заходи. О, человек, стой. Пака, стой. Пако. А вот он. Саба на связи. Ой, это, Михас, тихонько за мной. Понял. Так, связь? Да, на связи. Видишь нас ли? Ас, я не вижу, видимо, где вы? Камеры едут. И вижу. Ну вот. Там не вижу, видим, да. Смотри еще раз. Вижу. Иди на себе. 150 где-то. Попить у меня даже кулака. Алекс, ты где? Да завали. Вот, а теперь на 0. А в смысле не на 0, а на 180, 180. Идем. Так, там загрузка здания. Загрузка? Смешно. Нам не хватит. Давай еще один. Кого лечить? Кого лечить? Мангустик. Лечить надо. Это прайд власти, а мангуст полечит. Прайд. А че ты, дедушка? Пак. Спринтуга справа от тебя. И места нет. У нас будет следующий хаммер. Как и вылез. Свада, точка сбора общая, то есть для всех. Это ворот. С
остальные, кто не влез, друг друга не погрузка. Что так сразу паку, это стереотип. Кто валяет? Даже не высветилось. Прайды лечат. Казаки тебе потеряли заходы. Стрелка только, наверное, который в сфере есть. За любого стрелка. Я им по рации сказал, внимание всем на дымы, там куча пехоты, смотрите все туда. Принял. Если что-то про вас скажут, сразу вам переключусь, сообщу. Только видим цель, огонь на подавление сразу по базе. По всем огневым возможным точкам. Примерно сколько градусов? На 320? А на горах есть противник? На северный, скорее всего. На ходу будет охеренное подавление. Мы то, ОГРУ пошли. Парашютист. Парашютист наш, нет? Чего пошли? Парашютист чей? Да грушники в бой, все по плану. Стреляю, убегаю, падаю. Такая музыка эпическая, с Battlefield. Часовые стрелки вперед. Ебашка. Влад, аккуратнее, парашютистов запалили, которые над вами высадились, и на них все внимание. Бою воспалили по ходу плана. А, правда, да. Она горит. 300 на 340 МК. Да мы чего не пустили? Выходите под стены сразу. Тут он стрелял, вылезай. Меня вытащи. Есть кто живой? Вот у вас под забором лежат, вас походу спалили. И... Да я один походу живой. Ух, ёпта. Блядь, сижу водила, пиздец. Огонь, уходи, уходи за угол сворачивай. А, еще кто-то живой.